Всем привет, ребята. Ну вот, обзорчик, как и обещал. Планетки, которая мне пришла из Украины, и позавчера я ее привез. Планетка без пробега. Всего 8 километров на ней. Было 5. Ну, через таможню меня сразу предупредили, что через таможню на ней нужно будет ехать. Поэтому будет на пару километров больше. Но это не суть. Колясочная версия. Хранилась она 27 лет. И хранили ее, видимо, хорошо, потому что хром весь идеальный, вообще нигде, ни ржавчины, вообще ничего нету. Красочка кое-где, ну, тут вот это все полировать надо, шлифовать. Это я все сделаю, вот новый инструментик, все полностью в комплекте, замок на цепь запасной, тут замок рулевого. Насос стоит родной на раме. Здесь вот видно, все пломба стоит, ни разу не вскрывалась она. Все чехлы целенькие, все нормально, все отлично. Аппарат, короче, то, что надо, то, что я искал. Цвет морковка, это в YouTube я посмотрел, так называют. Все эмблемы оранжевые, кстати, за ними почему-то гоняются больше, чем за серебряными, не знаю почему. Ну, то, что не езжено, это факт, потому что вон, его даже толком не собрали. Все провода висят, все тросы как попало, рули прикручены. Все хомуты вон новенькие, ни разу не загинались. Щиток приборов еще стоит на шинах, то есть не на месте даже прикручены. Версия колясочная, боковой подставки ее нет, но у нее есть крепление, это уже что-то, поэтому боковую подставку придется снять мне с колясочной версии. Вот моя колясочная версия, доведена почти до идеала, работает он отлично, но заводить я сейчас не буду. Заводится он у меня без подсоса, от карбюратора я отрегулировал так, что где-то со второго, с третьего раза без подсоса заводится. Вот, его я брал, тут тоже наколхожено много было. Тут был четверочный цилиндр с двумя выхлопными. Тут стояли сзади МЦ-овские амортизаторы, они на 5 сантиметров длиннее. Поэтому он и боковую подставку обрезал, вставлял кусочек, чтобы она длиннее была, чтобы можно было ставить. И я это, конечно, сделал назад и постарался сварить ее так, чтобы сварочного места и видно не было. Ну, немножко видно, кто присмотрится, но я не думаю, что кто-то вообще присматривается к этому будет. Коляска 2005 года, привезли мне ее в упаковке, Володя привез, ну кто в теме, тот знает, что за, те знают, что за Володя. И все, отдал я ее нашим ребятам, выкрасили ее. И вот таким вот, вот в таком идеальном состоянии сейчас она находится. Все резинки, все целенькие, колесо, конечно, она шла без колеса, колесо я же тут через ребят достал. Нашел оригинальные зеркала старого образца, не Китай. Это металл, стойки на 10, резьба М10. Нашел оригинальные поворотники, опять же через Володю. Цилиндр стоит советский. Подогнал мне его парнишка по имени Димон, канал Димон С. Кто в теме, те тоже знают, что это за канал. Поэтому работает он сейчас капитально. Ну, Димон приезжал ко мне тут недельку назад. Сам лично его тестировал, сказал, все отлично. Так что, значит, все отлично. И все. Ну, вот такой вот аппарат. Ножка у него стоит старого образца. Выглядит, конечно, она не очень, но большой плюс, она не достает до крышки. А на планетах это болезнь. Все крышки на планетах разбитые от этих ножек. Поэтому, что я сделаю на этом, это в первую очередь я заменю вот эту вот заводную ножку. Потому что здесь крышка не разбитая, но на солнце смотришь, она по... Ножка уже по крышке проехала, видать полосу. Надо вот потом просто шариком выкатать. И все, я знаю, как это делается, чтобы ничего видно не было. Ну вот, ребята, в общем-то и все. Так что будет у меня чем заниматься, чтобы довести этот до идеального состояния. Чтобы он весь блестел, горел и работал как часики. Ну, как-то так. Вот мои два мотоцикла.